Айман Апай – частый гость в Мадлен. Она приходит сюда со своей семьей, чтобы насладиться сладостями и приятно провести время. Но сегодня, придя в любимую кофейню, Айман Апай никак не ожидала, что станет обладательницей самого вкусного торта от Мадлен. Мне пришло СМС-сообщение, что мне надо прийти в Мадлен и получить в подарок торт. Первоначально я не поверила, оказывается, зря. Мне очень приятно. Хочу сказать Мадлен огромное спасибо за то, что они думают о своих клиентах. Каждый месяц Мадлен подводит итоги акции «Большой чек». Это поощрительная акция для покупателей магазинов Мадлен. Все чеки заранее прописаны, в течение месяца собирается специальный короб, а к концу месяца их просматривают и выбирают самый большой по сумме. В Мадлене у нас проводятся акции для гостей очень часто. К одним кофе вот мы проводим эту акцию, на праздники, в преддверии праздников проводим акции для гостей. В этот день гостей Мадлен ожидал еще один сюрприз. В преддверии Международного дня кофе любой желающий мог продегустировать самый ароматный кофе Мадлен. Такого ассортимента, как в Мадлен, нет нигде в нашем городе. Ко дню кофе сегодня проводится у нас акция Мадлен кофе. Во всех кофейнях у нас очень хвалят, вкусно. Это кофе очень вкусное, она идет особый помол и специально готовится для Мадлен. Начало нового сезона отпразднуется в Мадлене на палубе по-особенному. Там открылся новый фреш-бар. Всем гостям предлагается 10 видов совершенно новых напитков. Вкусные и полезные смузи «Морс» продлят наше лето. Как жалко, что телевидение не может передать этот чарующий аромат кофе. Алимхан Дюсенгалиев, Константин Исупов, специально для телекомпании.